Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию центробежный насос Педрола GCR-15H. Поверхностный насос Педрола GCRM-15H рекомендуется для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, поверхностный насос Педрола GCRM-15H может с успехом применяться в быту для орошения огородов, садов. Технические характеристики. Подача до 80 литров в минуту, напор до 72 метров, высота всасывания до 9 метров, температура жидкости до плюс 40 градусов Цельсия, максимальная температура окружающей среды до плюс 40 градусов Цельсия. По вопросам приобретения насосов фирмы Педрола обращайтесь в компанию «Электромотор». По телефону 519 18 20.